Оксана Поверинова, майстриня зачісок, візажист і гример. У сфері краси вже 5 років. Брала участь у показі мод в Миколаєві та Києві. Знає, як зробити ваш образ креативним та практичним. Так, доброго ранку, Яно. Сьогодні у нас моделлю буде наша Олена. Буде на собі сьогодні. Так, випробовувати осінній макіяж. Отже, минулого разу ми з вами з зачісками розбиралися, яку краще зробити на осінь. Сьогодні осінній макіяж, тому що я думаю, це дуже важливо для дівчат. Зараз треба перебирати собі якийсь інший тон, так підібрати, можливо, якось інакше його все конструювати, інші ж тенденції, ніж минулого року. Отже, давайте почнемо, я думаю, тон. Тональний крем, скільки його необхідно? Чи необхідно, як було раніше, вимальовувати собі оці вилиці і все на світі? Розказуйте. Зараз вже ушла мода на спортивну корекцію. Це дуже виражені скули, виражені черти лиця, да, утончений носик наш. Все це ушло. Тепер прийшло просто ефект здорової кожи. Да, що зараз модно підтримувати здорове питання, займатися тим же спортом, але при цьому виглядати свіженько, не уставши, да, без синячков під глазами. Поэтому мы не усердствуем с корректорами. Чтобы лицо выглядело более мягким, светлым, излучающим, пышущим здоровьем, мы должны наносить тон на цвет светлее, чем тон кожи. Да, так что чуть-чуть выбеливать его. Поэтому, чтобы его немножечко выделить, не просто взять, допустим, тон светлее, мы можем брать специальную базу, которая будет скреплять этот тон в течение дня. И, чтобы тон у нас не сполз, да, мы его сильно не поправляли. Поэтому база есть точно такая же, высветляющая. Да. Мы наносим тонким слоем. Олена наша насолоджується. Да. Зараз її... аромати які? Зараз їй зроблять такий легкий макіяж і зроблять із неї свіжу і бадьору. Ну, вона одна така завжди зранку, але зроблять ще більше макіяжем. Да. Ми розуміємо, що у нас всього лиш минут 15-20, а може у кого-то 5 минут. Все це ми, звісно, наносимо з себе пальчиками. Кістю ми особо вдома не пользуємо. Ми розуміємо, що у нас на це все нету времени. Поэтому тонким слоем, пальчиком, вбиваючими движеннями, не растягивающие нашу кожу. Подбираем обязательно базу для кожи, опять же, по состоянию кожи. Да? Есть же жирная кожа, сухая кожа, комбинированная кожа. Если у нас жирная кожа, мы берем более подсушивающую базу, чтобы, опять же, наш тончик лег красиво и мягко. А ось я чула, що деякі дівчата відмовляються взагалі від тонального крему і от чисто лише базу накладають. Чи це правильно? Чи... А деякі базу накладають? Ні, смотрите, якщо ви все одно ложите румянчик, якщо ви ложите стрілочку, звісно, це більше виділяє ваші глазки на лице, треба хоча б наложити BB-крем. Он не такой плотный, он идет как кремчик. Опять же, почему? BB-крем, да, крем, просто имеющий цвет. Если кожа у нас здоровая, то мы можем, без всяких нюансов, можно так сказать, да, то мы можем пользоваться BB-кремом. Если есть какие-то нюансы, но вы не хотите переутяжелять кожу, мы пользуемся консилерами на тех зонах, на тех участках, которые мы хотим скрыть. А от від вас лайфхак, можливо, порада, як вибрати собі базу і або тональний крем по кольору. Бо часто дівчата і на зап'ястях випробовують, і десь тут. Так, от як же все ж правильно від вас, як від візажиста порада? Саме правильний варіант, все одно нам дають дзеркало, коли ми, допустимо, вибираємо тон, ми наносимо на нижню частину нашої скули. Чому? Тому що шея у нас завжди світліє, сонце світить зверху, лице загорає швидше, шея стається білою. Щоб під тянуть цвет кожи, чтобы у нас не было голова отдельно, шея отдельно, мы наносим на эту зону, и мы видим уже по цвет кожи. То есть мы подбираем тон по цвет кожи нашей шеи, а шея у нас светлее, чем наше лицо. Ага, мы не под колер обличия, а под колер шеи, да? Так? Руки у нас всегда разноцветные, да, на разных участках мы не можем по рукам судить, они могут загореть намного темнее, чем наше лицо. Поэтому по рукам мы не Дівчата, забудьте цей спосіб по рукам вибирати собі тональний крем, вибираємо під колір шеї, запам'ятали. Отже, а ще порада від вас, як утримати, можливо, макіяж на собі, тому що часто буває там десь трошки підпливло, чи десь спітніло,
і макіяж псується. І вже там макіяж залишається. Да, ну, зараз не буде те, зараз вже осінь, але якщо, допустим, є, опять же, жирна кожа або комбінована, все одно ми носимо з собою завжди легку пудру і припудрюємо ті участки, які у нас більше всього засалюються. Тому тут на целый день не зафиксировать. Фиксаторами нельзя пользоваться ежедневно. Есть фиксаторы для макияжа. Как они действуют? Они заклеивают наши поры, чтобы они не работали. Ну, это грубо говоря, да, вот заклеили, все. Они подходят для фотосессий, для невест. Да, невеста может целый день выдержать, один день жизни уже нормально. Можно потормить немножко. Но если мы будем ежедневно пользоваться, баланс нарушится, да, поэтому кожа может начать болеть, да, какие-то раздражения появятся, поэтому не злоупотребляем таким удовольствием. Да, лучше это подправить, так? Да, лучше поправить, лучше припудрить, лучше где-то что-то. Консилер всегда носим с собой. Пудру, консилер, потому что его надо очень маленькое количество, он очень плотный, его не надо наносить на все лицо, на те участки, которые вот чуть-чуть краснее. Чим так, нам хочеться. І з тонами ми зрозуміли. Вже і тон бачимо Олени гарний, вже така вона свіженька. Чуть-чуть, буквально. Ми не злоупотребляємо вже хайлайтером. Хайлайтери повинні бути більш менш заметні. Да? Тобто створити просто здоровий ефект на участки, да? Де ми хайлайтер ложимо. На скуловую зону, на зону центра подбородочка. Нельзя замазывать весь подбородочек, потому что он будет огромный. Мы же понимаем, чем больше участок блестеть будет, тем больше будет казаться наш подбородок. То центр. Носик. Если у нас носик длинненький, мы ходим только на верхней зоне, потому что все светлые наши контуринги, они высветляют, да, они начинают притягивать к себе. Поэтому мы сразу будем видеть всю длину нашего носика. Нам это не надо. Центр лба. Так мы вот приховуємо, в чомусь приховувати, а ще більше показувати. Конечно. Свої любопитні. Бровки. Что с бровками? Бровки сейчас модные, естественные. Не четко очерченные, как были, да, тенденции. У нас все было четненько, красиво, с переходиками. Сейчас нет. Сейчас модно наоборот, чтобы брови отличались друг от друга, но не прям, чтобы, да. Мы не исправляем асимметрию, мы подчеркиваем свою красоту, естественность. Так, да. Про брови почали говорити, отже, відмовляємось від цих чудернацьких косичок різних, так, нам необхідні такі небрежні, так, Олі? Да, все должно быть естественным, небрежным, легкие очертания, все должно переходить плавно на растушевочка в растушевочку, чтобы никаких резких переходов не было. Что еще в моде? В моде светлые оттенки теней перламутровых, золото, беж, серебро. Поэтому мы уже слегка нанесли. Они создают влажный эффект глаз. Опять же, что нам говорит о том, что у нас дівчинка пишеше здоров'ям. Вологий ефект. Я взагалі читала, що це дуже зараз актуально, так, робити такий макіяж, трохи вологий, не робити його матовий-матовий, а от саме от такий свіжий, так? Да. Це зараз модно. Да, это очень модно. Это притягивает тоже взгляд. Ну, и мы же понимаем, мы не хотим каждый сезон ходить одинаково. Але головне переборщити, так? Да, каждый сезон ходить одинаково неинтересно. Опять же, в моде стрелочка, все различные, растушеванная, четкая, переходящая цвет в цвет. Стрелочка цветная. Если у нас губки узкие, вот я сейчас губки делаю, да, то мы пользуемся только жидкими нашими помадками, да. Плотными и матовыми мы не пользуемся, потому что они убирают сразу объем. То есть они будут выглядеть на плоскости. Вот, девчата, запам'ятайте. Интересно, да. Якщо гарні губи, поки хочете, не користуйтесь матовими помадами. И опять же, да, мы можем выйти слегка за контур, чуть-чуть буквально, чтобы губки казались более аппетитными. Так, ну от ми таким блиском користуємося. Взагалі, які кольори зараз модні? Всі різні, тому що у нас 4 цветотипа, тому у нас персик присутствує, розовий присутствує, опять же, наші бежевые гамми присутствує, тобто кому як підійде. І ми ж розуміємо, що ми одягаємо різну одежду, ми повинні під одежду, ну, учитувати цветогамму одежди.
стрелочки, і ще кошачі у нас в этом сезоні в тренді. Так, до речі, хотіла запитати. З уголочком. Угу. Виділяємо щось одне. Либо губи, либо глаза. Да? Угу. Не треба виділяти одразу все, тому що виходить переутюжелений ефект, і образ одразу пропадає. Да? Тобто пропадає якась ізюмінка. Угу. То акцент на чомусь одному, да, так? Да, щоб зачепити. Так, звісно, не треба переусердствувати. Якщо у вас гарні очі, дівчата, робіть такі стрілки і яскраві, можна експериментувати з кольором, так? Можна, от якщо конечно. Ви хочете чогось яскравого в житті, зробіть собі яскраві стрілки на очах. У нас много ще направлений зараз, молодіж увлекається. Ми затронули ще тему, а які оттінки, якими тінями користуватися. Угу. Вечірній варіант. Смокі можна, дуже зараз в тренді смокі, він не ушов, тому губи можна. Можем делать более нюд, а глазки можно выделять с различными оттенками смоки. Сейчас в моде готика, да, ну это я увлекаюсь, поэтому я больше по готике. Красные губы, темные красные губы, они не вышли из моды, но опять же не переусердствуем с глазами. То есть легкая стрелочка, можно легкая тушеванная стрелочка на глазках и яркая помада. Это на вечер яскраво такую можно? Не обязательно, смотря кто как поддерживает свой стиль. Да, мы же понимаем, что каждый человек приходит и хочет своим взглядом что-то сказать, а вот я вот. Вот. Да, вот посмотрите на меня, какая я, да. Красная помада, она очень притягивает взгляд. Мы должны понимать, что когда мы красим красной помадой, то все смотрят куда? Нам на губы, да. То есть если мы хотим, чтобы нас услышали, можно накрасить ярким губы. Если мы хотим, чтобы мы видели, что мы их слышим, мы красим ярко глаза. То есть вот это вот такая вот психология нанесения. Сколько всех секретов в этом макияже, не все так просто. Очень много информации, невозможно всю ее рассказать, да, за какой-то маленький участок времени. Но очень много интересно, да, по физиогномике, как притянуть взгляды, как сделать так, чтобы вас не было видно в толпе. То есть это тоже можно сделать с помощью макияжа, также одежды. То есть... Я думаю, что на эту тему у нас будет возможность поспілкуватися, а вот мы сейчас бачимо, Олена у нас такая же свежа, бадьора, так, ранкова. Ну, Олена, покажись, розвернися. Вот так, так близько мені ніколи не показувала. Гарний макіяж. Так, дякую вам, я не повернула. Візажист була сьогодні у нас в гостях, розповіла про основні тенденції осіннього макіяжу цього сезону. Дякуємо вам.